Путин разбирал бумаги во время совещания. Вот тут все обратили. Было по развитию сферы IT-технологий там различных, да, связь и так далее. То есть все, что Путин говорит про искусственный интеллект, должно было бы его заинтересовать, а его не заинтересовало. Он думал о чем-то другом. Он был далек от всего этого, перекладывал бумаги, либо ему было скучно. Понимаете? Ну, а потом еще он сказал вот такую фразу, которая вообще говорит о том, что ну, он, наверное, уже находится в каком-то ином мире. Ну, по крайней мере, его интеллект уже. По оценке Минэкономсвязи в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20%. Кто такой этот Минэкономсвязи? Какой? Половой связи? Минэконом половой связи. Такого нет Минэкономсвязи. Представляете, да что дедушка уже дожил. То есть там Альцгеймер или там, я не знаю, Паркинсон там прогрессирует. И как могут на 20% сократиться расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии. Только один путь – деградация. Если развивается, то расходы должны расти. То есть новые всякие вышки будут ставить, новые системы будут ставить, новые там подключать провода и так далее. То есть железо какое-то устанавливать, оно денег стоит. Для установки этого железа нужны дополнительные специалисты и так далее. Поэтому расходы должны расти, а не сокращаться. А у него они будут сокращаться, по мнению Минэкономполовой связи, на 20%. Ну, бывает, что же делать. Похоже, дедушка, эгегей, все. И Путин планирует лично проголосовать по поправкам в Конституцию. Представляете, какой лицемер. Он лично уж проголосовал, он 14 марта подписал все эти законы, они вступили в силу. И вот какой уровень лицемерия? А? И он там лично проголосует. Так ты уж все проголосовал, ты все подписал. Ну, все малефики, все, обратите внимание, они лицемеры. Они так устроены. Они даже иногда сами себе врут. Опрос ЦИОМ выявил отношение коммунистов к поправкам в Конституцию. Я так понимаю, что не только коммунистов к поправкам в Конституцию выявил. Давайте посмотрим. Значит, как в ЦИОМ утверждает, не определили 17, не собираются участвовать 14%, 78% сторонников ядра придет, 74% сторонников Справедливой России и 71% сторонников коммунистов и 64% сторонников ЛДПР. Ну, я не думаю, что это верные цифры. Но они бы хотели, чтобы цифры были такие. Они будут в этом направлении двигаться. Они будут рисовать вот именно это. А поэтому нужен бойкот и не нужно туда ходить вообще.